Дорогие ребята, нашла фотографии разные. Хочу показать день рождения нас с Петром, как мы женаты были. И по возрасту немножко показать вам кое-что. Это мы расписываемся в Краснодаре. Это мы вместе с мужем. Молодые, красивые. Меня в начало 90-х годов снимал известный фотограф в Берлине. Тоже он же снимал в своей студии начало 90-х. Тоже от него. Тоже он снимал. Пережит время, как будто бы вчера, ребята, это было, как будто вчера. Поэтому живем только сегодня и радуемся, радуемся каждому дня. Это мы первый раз поехали на Канарские острова, в Тенерифу. Вот я в красными волосами была тоже. В моем любимом городе Моцарте, Австрия, Зальцбурге. Обожаю Зальцбург, мы ездили туда на концерты. Это мне снимал другой известный фотограф для картотеки, для фототерминов. Я снималась немножко в кино. Фирма называется Gesichter в Берлине. Агентура Gesichter. Я в разных была агентурах. С моей любимой собачкой. Видите, какая блондинка была? Линдочкой. Сейчас, ребяточки, начинается путешествие. Это я в Индонезии, на Бали. Очень хороший был отель. Мы тоже еще не купили, ясное дело, квартиру. Мы очень много путешествовали. Очень много. Тоже хорошо. Увидели много в жизни. Есть что вспомнить. Для меня путешествие, это, конечно, жалко, конечно, квартиру тоже хорошо было бы. Но что говорить, все не поимеешь. Зато воспоминания в сердце. Иногда вот вспоминаю, и сердце радуется. Каждому свое. Вот, ребяточки, фигурка такая у меня была в 52 года. 52 года. Ни грамма жиру. Это Индонезия, Ломбок. Остров Ломбок. Такая идеальная фигура в 52 года. Почему я немножко переживаю, что я так пополнила из-за болезни. Я была очень спортивная. Очень. Дайвинг. Танцы. Гимнастика, йога, пилатес. И индонезийские коровки, красоточки. Смотрите, маленькие, какой хорошенький. Это маленький остров. Я специально на дайвинге ездила с австралийцами. В Индонезии называется Гили Айленд. Приезжаешь от Бали на Ломбок, прилетаешь. И затем с таким катером едешь на этот остров. Это, в принципе, остров для дайверов. Там шикарный, шикарный. Первый раз я там увидела рыбу под водой, в которой человеческие зубы были, я ее кормила. Здесь мне, кстати, тоже 51 год. А это мы с подружкой ездили на Кубу вместе. Причем и Атлантическую часть, и Карибскую часть. Ребятки, посмотрите, какие белочки красивые, в красавице, какие большие в Индонезии. Там тоже белочки, мы их кормили. И опять Индонезия, 52 года или 51, где-то 52 мне было. А это на Бали. Видите, какая блондинка была? Тоже 52. Различные острова, острова Индонезии, 52 года. И храмы индонезийские, такие красивые. Здесь с подружкой мы в Цюрихе. У меня очень хорошие друзья, это подружка. Очень известная врач-гинеколог в Берлине. Здесь на Балтийском море, 53 года. Перед буквально операцией, где мое здоровье пошатнулось. Видите, 53 года, идеальная фигура. Очень следила за своим здоровьем, к сожалению, меня убедили делать операцию, которая мне не нужна, которая испортила мне жизнь, ребята. И опять мы с подружкой, я к ней в гости приехала на работу, это надо в Цюрихе,
Она этническая немка, известнейшая врач-гинеколог, оплодотворяет девочек. Многие девочки, подружки, знакомые через нее смогли получить деток. Я благодарна ей. Она действительно очень хороший репродукционный врач по репродукции. То есть она оплодотворяет тех девочек, которые не могут родить. И опять Индонезия, 52 года. Опять остров дайверов, Гили-Айленд, Индонезия. Видите, везде на корабликах, постоянно море, погружались. Вот за эти краски я обожаю Индийский океан. Ребята, посмотрите, кораллы, великолепие, самолета такого, знаете, самолеты, которые водяные, я не знаю, водные самолеты или как гидросамолеты. Это мне 50 лет, Берлин. Берлин тоже известный фотограф снимал для агентуры, другой агентуры, забыл, как ее называют, у меня где-то записано для всех агентур, которых я снималась, которые делали разные, вот я где снималась, Smith & Kaufman Wonen, для них и так далее. Ведь они же делали фото. И моя любимая Индонезия, Бали. 52 года. Выезд на корабле на Карибике, Доминикана. Выезд на корабле на дайвинг. 53 года. И это я не ошибаюсь. Я очень много была, конечно, в Египте, потому что Египет для меня был очень важен, потому что люди, которые погружаются, ясное дело, Египет – это недалеко, дешевле и хороший подводный мир. Сегодня мой любимый Берлин.